Россиян, согласно этому проекту, ждут 9-дневные новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января, а также 3- и 4-дневные периоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре. В следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с этим предлагается перенести их. Это означает, что россияне будут отдыхать также с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.